Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Рабочая неделя завершается, и впереди у нас долгожданные выходные. Какие культурные события ожидают самарцев, узнаем прямо сейчас. Самарское областное отделение Союза журналистов России и администрация городского округа Самара приглашают жителей и гостей Самарской области на фестиваль журналистики «Пресса-2024». Праздник состоится 25 мая в Струковском саду. Начало в 12:00. Телеканал «Самара ГИС» приготовил для самарцев насыщенную программу. Барабанное шоу, дрессированные собачки, шоу мыльных пузырей, выступления оркестра и ансамбля «Колокольного звона», веселые конкурсы, призы и подарки. Главный приз – телевизор. Встречаемся на площадке «Самара ГИС» у входа в парк около фонтана. Приходите всей семьей. Если вы хотите открыть для себя современное искусство с новой стороны, то вы можете заглянуть в музей-галерею «Заварка» в эту субботу. 25 мая для всех желающих пройдет арт-медиация по выставке «Сюрприз». Формат медиации отличается от классической экскурсии. Это открытое, свободное взаимодействие, где медиатор рассуждает вместе с посетителями и ищет ответы на тематические вопросы. Участники поговорят о представленных в «Заварке» работах художницы Яны Арбузовой, основных темах выставки и кураторской задумки. Начало в 14:00. В Самарском литературном музее проходят встречи на уютных вечерних мастер-классах. Здесь возможность пообщаться с близкими по духу людьми, узнать что-то новое из истории моды, культуры и искусства и сделать своими руками сувенир, который можно унести с собой. В это воскресенье пройдет занятие по технике макраме. Начало в 16:00. 26 мая Библиотека народов Поволжья приглашает горожан на бесплатный семейный концерт в честь Всероссийского дня библиотек. В программе разнообразный репертуар юных участников детского музыкального театра «Задумка». Отличное настроение гарантировано. Начало в 12:00. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.